Жақсы, тамаша, өте жақсы. Танысайық. Давай знакомиться. Сенің атың кім? Менің атым Арина. Менің сұрап, у меня спроси теперь. Сенің атың кім? Менің атым Ақтабан. Сәлеметсіздер ме? Вы на проекте «Учимся, играем с Куантаем», в котором участвуют 12 детей по схеме 5 плюс 7. Сәлем. Сәлем. Қалым қалай? Жақсы. Сенің атың кім? Сенің атың? Сәлем. Глеб. Глеб, жарайсын. Напоминаем, по условию реалити-шоу пятеро детей усваивают казахский язык в игровой форме. Семеро казахоязычных детей вместе с воспитателем помогают им в этом. Сегодня утром в группе детей встречает не только воспитатель. Вместе с ним поприветствовать малышей пришла детсадовская собака Ақтабан. Ей так хочется познакомиться с ними поближе, но понимает она только казахские слова. Сәлем. Сәлеметсізбе, апай. Қалың қалай? Жақсы. Жарайсың, жақсы. Сәлем. Сәлеметсіз ба? Қалың қалай? Қалың жақсы. Тамаша, өте жақсы келіңдер, балалар. Сенің атың кім? Систематическое повторение приветствия приносит свои плоды. Эмоционально насыщенная ситуация с собакой делает трудное, серьезное приветствие легким, радостным и переключает внимание детей с трудности на интерес. Таким образом, само приветствие становится не целью, а средством общения с новым интересным героем. Сенің атың кім? Менің атым Ақтабан. Екеуміз доспыз, мы друзья? Доспыз? Давай. Жарайды, жақсы, жүр. Саня, есікті аш. Жарайсың, жақсы, молодец. Есікті жап. Сенің атың кім? Менің атым Ақтабан. Әне, балалар, әнұранды айтамыз. Дайынсыңдар ма? Жарайсыңдар, балалар, жақсы, кәнеки бастаймыз. Алтын күн аспаны. Знаете ли вы, что в школах Древней Греции многие тексты разучивали пением, а в начальной школе Индии азбуку и арифметику выучивают пением и сейчас? Музыка – это сильнейший психологический стимул, проникающий в глубины сознания, говорят психологи. А в нашем случае ежедневное исполнение гимна помогает малышам закрепить правильную артикуляцию и произношение звуков. После фонетической зарядки самое время заняться физической. Она в нашем саду необычная. Все движения сопровождаются новыми словами. Таким образом, названия частей тела и значения движений запоминаются на телесном уровне, что более эффективно, чем обычное заучивание. Мынау сол аяқ. Енді сол аяғымызды көтереміз, оң аяғымызға секіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді, балалар, оң аяғымызды көтереміз, сол аяғымызбен секіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы. Кәдеке, балалар, енді тез жасаймыз. Теперь, ребята, мы сделаем быстро. Қолымызды көтереміз. Қолымызды түсіреміз.
У спортсменов это называется мышечная память. Современные лингвисты используют ее для ассоциативных связей в памяти в изучении языков. Впрочем, как показывает опыт, в том числе и наш собственный, это работает. Дети быстрее запоминают материал, когда находятся в движении. Дамира сегодня была ведущей в зарядке, проявила инициативу и активность. Глеб, Ясин, Коиндер. Все. Молодец. Саша, ага, хорошо. Все, начали. Саша, во время зарядки между двумя мальчиками случился конфликт. Саша вовремя остановил и развел их в стороны руками. Саша показал себя как лидер, устанавливающий порядок. Келіп, мына сөмкеден ойыншықтарды аласыңдар. Келе ғой, Саша. Саша, сенде не бар? Менде қоян. Қоян бар. Арина, келе ғой. Арина, сенде не бар? Менде ит. Бар. Жарайсың, жақсы, отыра ғой. Енді Сибель келе ғой. Сибель, сенде не бар? Менде бар қоян. Қоян бар, жарайсың, жақсы. Глеб, кел. Сенде не бар, Глеб? Сибель сегодня активно помогала Глебу в казахском языке, проговаривая для него нужные слова. Менде. Этот волшебный мешочек детям очень нравится. Интрига, а что же там находится, овладевает настолько, что новые казахские слова вновь становятся легким средством познания и завершения этой тайны. В мешочке живут не только их любимые игрушки, но и находится много-много новых слов. Сейчас малыши вместе с обитателями волшебного мешка учатся отвечать на вопрос «Что у тебя есть?» Сенде не бар. Танки, бәріміз балар, қаттай дәкші? Сәлем, қоя! Жарайсыр, бұл үйде! День за днем с помощью волшебного мешочка дети проходят новые темы и повторяют предыдущие. От знакомства и приветствия до названий животных и слов этикета. К тому же каждому ребенку достается своя роль, а ролевые игры оживляют процесс обучения и требуют постоянного расширения словарного запаса. Играя с куклой, рассказывая про нее, ребенку самому захочется узнать побольше новых слов. Глеб, сен қасықтарды бер. Бер. Раздай ложки. Сен, аккуратно. Мынау не? Да? Көмектес. Мынау не? Мынау? Нан. Жарайсын. Қаны дәмелеге көмектес. Маған көмектесші, помоги мне.
Дети очень любят, когда старшие просят их о помощи. Во-первых, им нравится подражать взрослым, а во-вторых, интересно делать что-то новое. Ощущать взрослую ответственность и делать взрослые дела. В общем, быть как большой. Наши дети сегодня будут помогать во время завтрака, повторяя казахские выражения «ал», «возьми», «бир», «дай». Давайте пожелаем друг другу здоровья. Бірімізге денсаулық тілейік. Асын-асын-асына бақыт қонсын басына. Дастарқаны мол болсын, денсаулығын зор болсын. Астарың дәнді болсын, балалар. Это еще одна фонетическая зарядка. Стихотворения и считалки влияют на чистоту и быстроту речи малышей. Ну и, конечно, также развивают память. Мама, папа, я. Сегодня малышам предстоит рассказать о своей семье. Глеб, сенің атаңның аты кім? Как зовут твоего дедушку? Дедушку, как зовут? Менің атамның аты Алик. Себе, сенде ата бар ма? Атамның аты Асемай. Асемай, сенде ата бар ма? Ата бар. Атамның аты кім? Жүрөйсің жақсы. Арина, сенде ата бар ма? У тебя есть дедушка, ата? Иә. Менде ата бар. Атаңның аты кім? Алтынай, сенде ата бар ма? Алихан ата. Иманали, сен енді ата боласың, ұстап отыр, қолыңа ки. Сен ата боласың. Жарайсың. Бабушка, бабушка, бабушка. Сәлем, балалар. Сәлем. Сәлеметсізбе. Мен әжемін. Кімде әже бар екен, балалар? Мен. Әжемнің аты кім? Қоқзым аты. Әжем, апашқа, Аринаға береміз. Қан, Арина, сен әже боласың. Апа. Сәлем, балалар. Сәлем, мен әкемін. Әкем. Балалар, енді бәрін әкелеріңнің аттарын айтып шығыңдар. Иманәлі, сен баста. Әкенің аты кім? Аты? Рома. Она, мама, әке, папа, ата, дедушка, әже, бабушка. Как правило, это самые родные и близкие люди в жизни ребенка. Я әже, әженің аты кім? Тема семьи – одна из самых эмоционально насыщенных для любого ребенка. А значит, очень важна и значима. Рассказать о членах своей семьи – значит в некотором смысле похвастаться, к примеру, «А у меня есть бабушка». Дети любят показывать, демонстрировать и гордиться. И делают они это, безусловно, искренне. Дорогие взрослые, пусть чаще мы будем давать повод нашим детям гордиться нами. Теперь дети гордятся своими родными на казахском языке. Глеб, жүріңдер, балалар. Балалар, қанеке, қандай ойын ойнаймыз? Тышқан мен мышық. Қан, бірінші?
Кана, Глеб, мысы қылады. Мысы. Мысы. Сен тышқансын. Балар, тышқан үйге кіретін кезде біз қолымызды көтереміз дейміз. Кана, көтеріңдер қолдарынды. Көтереміз. Тышқан кіріп кетеді. Қолымызды түсіреміз. Мысы. Иә. Мысы. Мысы. Мысы қайда? Кан, тышқан жүгір, жүгір, тышқан жүгір, 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 жүгір. Қолымызды түсіреміз. Қолымызды көтереміз. Жүгір, 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 мысық, жүгір, жүгір, жүгір. Қолымыз көтереміз, болды түсіреміз. Известная всем игра «Кошки-мышки» должна напомнить детям ряд глаголов и движений. Из детей выбирают кошку и мышку. Остальные становятся в круг, держась за руки. Это домик мышки. Мышка может спрятаться от кота в домик. Дети при этом должны ее запустить, подняв руки. Все хорошо. Бул әже. Мынау ата. Ата, жарайсыңдар. Саня, мынау кім? Иә, жарайсың. Мынау ана. Ясир, мынау кім? Ана. Ана, жарайсың, жақсы. Ананың, атаның, әженің суреттерін салайық. Көздерін, мұрынын, ауызын, құлақтарын салайық, кәніке. Дети дошкольного возраста мыслят картинками, образами. Рисунки связывают между собой образы и слова. Это помогает ребенку закрепить новый материал. Дети намного гениальнее, чем думают о них взрослые. То, что как трудно дается взрослым, дети впитывают за очень короткий срок. Так может, миф о трудностях усвоения иностранных языков всего лишь взрослая установка, прикрывающая страхи «а вдруг я буду смешно выглядеть?» «А вдруг я не смогу?» Отсутствие социальных страхов и наличие искренности, честности в эмоциях делают процесс усвоения языка приятным впитыванием в организм новой гармоничной лексики, которая останется в памяти детей как интересная игра. Мынау? Мынау? Дұрыс, жарайсың, жақсы. Мынау? Шаш, жарайсың. Мынау? Құлақ, дұрыс, жарайсың, жақсы, тамаша. А это что у тебя в руках? Кукла. Это кто? Мама. Мама. А как мама по-казахски? Она. Арина сегодня показала очень быстрое воспроизведение слов. А что такое солкул? Левая рука. Молодец. А онкул? Правая. Умничка. Онга? Левая. Вот, правая. Молодец. А солга? Левая. Умница. Саша вспомнил материал предыдущего дня, который они закрепили и на сегодняшнем занятии. Сау боловой, Саша. Сау боловой, апай. Сау боловой, балалар. Сау боловой, апай. Сау боловой, балалар. Сау боловой, апай. Утро смотрит в окно. Солнцу мы улыбнемся, новый день настает, будет все хорошо. Мы живем на планете, называется детство, в небе яркая радуга, дождь не прошел. Как хорошо! Можно в небо взлететь, словно птица, нам хорошо. И мечты обещают тебе сбыться, все. Все хорошо, что могу верить в светлой мечте. Я...
дорогие куаны.